Тема урока. Техника безопасности. Изучение техники бега на короткие дистанции. Цель. Знать и понимать двигательные навыки для развития точности, контроля и маневренности в небольшом диапазоне спортивно-специфических двигательных действий. А сейчас мы проведем небольшую разминку. Исходное положение. Ноги бросим, руки на плечи. На раз, два, три, четыре круговые движения вперед. На раз, два, три, четыре назад. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение ноги бросим. Руки на пояс. Наклоны туловища. На раз. Вперед. Два. Назад. Три. Влево. Четыре. Вправо. Упражнение. Начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение ноги бросим. Руки на пояс. Круговые движения туловища. На раз, два, три, четыре влево. На раз, два, три, четыре вправо. Упражнение влево. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Разминка окончена. Молодцы. Приступаем к основной части урока. На прошлом уроке мы с вами изучили технику высокого и низкого старта. Сегодня мы разберем технику спринтерского бега или бег на короткие дистанции, который делится на 4 этапа. Первое – это старт. Второе – стартовый разгон. 3 – бег по дистанции. 4 – финиширование. Техника спринтерского бега. Скорость, достигнувшая на старте, поддерживается на всей дистанции. Бег должен быть ритмичным и свободным, с расслабленным и небольшим наклоном туловища вперед. При отталкивании нога, находящаяся сзади, полностью выпрямляется. Закончив отталкивание, нога расслабленно сгибается в колени и выносится бедром вперед. Нога касается дорожки передней частью стопы. На протяжении всей опорной фазы стопа не опускается на пятку. Стопы ставятся по прямой линии. Не следует выбрасывать стопы далеко вперед. Во время бега руки согнуты в локтях. В технике бега на короткие дистанции особое значение приобретает способность бежать свободно. Заключительным усилием для сохранения скорости является финиширование. Финишировать нельзя прыжком. После финиша необходимо постепенно, замедляя бег, перейти на ходьбу. Подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке вы узнали о технике бега на короткие дистанции. Предлагаю вам задание. Найдите информацию о известных легкоатлетах Казахстана. Спасибо за урок. До свидания.